это губы надо красить, это помада. Она сделана из малины. Это какой-то камень. Но он из железа. Ну и можно в блинчики играть. Вы знаете, в блинчики типа вот так. Да. Я думаю, что уже металлическая мыло нужно, чтобы не выскальзывало, как обычно. А металлическое не бывает. Бывает. Чтобы никто не ловит, чтобы слушать музыку в телефоне. На шапку похоже. А вот это на крючке? На мультик. Читала про это в журнале. Я хочу себе надеть на футболку, будет красивее. Можно? А мне чуть-чуть. Яблоко, но не настоящее. А давай попить. Это яблочко, чтобы делать яичницу там, сюда. Или яблоки жарить. Я думаю, это такая расческа, чтобы лучше причесывать. Чтобы руки разбудить. Это зубочистка. Ей нужно зубы чистить. Вот так. Вот так. Вот так. Взять вот так. Вот так. Вот так. Вот это вот нужно для того, чтобы румянами краситься. Сразу ты будешь? А все дома? Чтобы ловить, когда играешь в футбол, можно ловить вот такими перчатками. Это еще, чтобы в огороде копать. Может, перчатки для футбола можно в кепочке доставать из духовки. У меня расческа. Мне не кажется, чтобы типа снять там носки и прям нажимать ногами сюда. Это штука для пальчиков, чтобы засовывать. Колонна. У меня дома есть колонна, это не колонна. Сложно задание какое-то. Чтобы брызгать на волосы, а потом было я больно сейчас. А вода это хорошо пахнет. Она наливается вдоль руки и туда вообще насыпают блестки. И получаются такие красивые духи. Это пшикалка, чтобы вкусно от мышки пахнет. Добавляют фрукты, мыло. Ну, пошли. Я вот сегодня надухарился.
надо начинать краситься, когда ты уже взрослая. 40.